Всем привет, ребята! Сегодня у нас на распаковке вот такой вот мягкий пакет, который шел 14 дней. Вот трек номер отслеживался. И это у нас безрукавка с капюшоном, должна быть смеха. Цвет красный, размер L. Стоимость товара $17.90. Продавец указал $8. Так, ну давайте вскроем, посмотрим. Ножом пользоваться не будем, стрёмно. Дай попробуй прорвать его, да? Так, цвет вижу вроде бы как заказанный. Сейчас посмотрим размер. Так, цвет тот, мех. Есть. Размер L. Так, давайте откроем и посмотрим, как выглядит на сайте. Я вот здесь вот укажу. А пока достану куртку. Так, ну вот капюшон видно отдельно. Видно отдельно вот капюшон, мех, так сказать. Ну вот такой вот. Его растрепать нужно. Вот такой вот мех. Вот. Вот так он будет выглядеть. Оно залежалось, все это дело. Ну, вот такой вот. Так, внутри материал. Отличается? Нет, не отличается от наружного. Не знаю, видно, не видно. Так, капюшон пристегивается на молнии. Так. Ну, давайте его отложим в сторону. Ну, строчечки везде вроде ровные. Аккуратные. Так, и вот сама безрукавка. Вот, смотрите, она такая поддутая. Я думал, потоньше будет. Так, ну вот сама. Вот, видно вам? Вот. Вверх. Ну, давайте посмотрим замочек. Расстегнем. И вот такая она внутри. Нет, ну ребята, ну сделано, я думал, хуже будет качество. Вот L-ка видно, да, размер 165 или 88А. Ну и фирма. Такая она. Есть в ней синтепон. Ну давайте посмотрим информационную лейбл, что они нам здесь пишут. Стирать при 30 градусах, насколько я понимаю, утюжить нельзя. Ну, кто разбирается в этих знаках, выжимать нельзя. Ну, вот такую вот. А снаружи вот сделано вот такой вот строчкой через где-то вот 7 сантиметров. Идут полосы. Чем гадаем, если можно сейчас замерить, да? Да, 7 сантиметров. Каждые 7 сантиметров идет полосы. Вот лейба. Элька. Так, ну вот рукавчик чуть-чуть такой подрезиненный. Вот карман наискось сделан чуточку. Ну и давайте посмотрим, вот швы, вот строчечка здесь какая идет. Ну есть, вот смотрите, немного есть нити, которые надо убрать, или что это такое, нить как бы, да, или материя вот эта чуть-чуть. Да. Здесь пристегивается капюшон,
Ну, такая вот качество, вы знаете, мне понравилось. Понравилось. Кармашки, глубина кармана. Ну, карман довольно глубокий. Почти полностью моя рука входит туда. Получается, карман где-то почти до самого конца. Так, ну давайте посмотрим размер. Ну, размер от плеча до низу. Вы знаете, курточка тянется 58 сантиметров. Вот. Или вот так вот в сложенном, не растягивая, как бы по мере. Ну, 56. 56, 58. Ну, и если застегнуть курточку и вот ее ширину взять, то 45 сантиметров. Вот. Ну, вы знаете, прикольное. Прикольное, мне понравилось. Так что, ребята, готовимся к зиме. Кому понравилось, ссылочка будет под видео. Продавца и товар можно рекомендовать. Доставка очень быстрая. Так что заказывайте, вы успеете к холодам. Все, ставим лайки, обязательно подписываемся на канал. Всем удачи, пока.